В администрации Ордынского района решили купить телевизор за 207 тысяч рублей. Заказ размещен на сайте госзакупок. Кроме телевизора, в нем есть, например, мощный ноутбук стоимостью более 50 тысяч рублей и беспроводная конференц-система за 160 тысяч. Зачем чиновникам администрации столь дорогостоящая техника? Для сравнения, за 200 тысяч, а именно столько бюджет заплатит за телевизор, в райцентре Ордынское можно купить квартиру.